Привет-привет! Кто хотел морюшка? Ну, сначала, девочки и мальчики, елочка. Елочка возле морюшка. Ну и морюшка. Ветрено сегодня. Ну, пойдемте погуляем вдоль моря. Сегодня выходной. Так, спустимся к водичке. Сегодня море очень спокойное. Небольшая волна, ребят. Ну, вообще классно. Людей немного, но и зря. Сегодня очень тепло. Красота. Слушайте, песочек. Волна. Прелесть. Шум волны вам в ленту. Как дела, ребята? Как у вас погода? Также немножко солнечно, как у нас. Я смотрела видео, показывали, что после шторма вот эти все булыжники были вот здесь. Ну, не все, но частично. Потому что такой шторм был сильный, что прямо вот эти огромные глыбы перекатывались вот сюда, на прогулочную часть. Вот даже видно, они по-другому лежат. По ним можно походить. Красота вообще. Рыбалка идет. Как же без этого? А, прелесть. Небо, конечно, такое пунцовое, но классно. Я пробегусь по камням. Редко это делаю, но сегодня захотелось. Хорошо, когда живешь возле моря, можно в любое время года приехать и подышать. Сейчас полдень. Очень быстро темнеет. Декабрь месяц. Что поделаешь? Ну, ребята, когда там с 22 декабря день начинает прибавляться. Что-то я никого не встречаю. А погода очень хорошая. Я прям спустилась к самой воде, можно сказать. Надеюсь, меня не обрызгает морская волна. Ну как-то становится прохладно, чем дольше ты находишься на улице. Все же зима. Но трава, посмотрите, какая у нас зеленая. Ребята, замерзла. Взяла немножко какао для сугрева. Нагулялась, теперь какао пью теплое. Продолжаю свою прогулку, уже в другой локации. Здесь больше людей. Солнышко сквозь тучки проблескивает, это вообще замечательно. Встретила своего знакомого сегодня, он вообще в одном свитерочке. Я спрашиваю, что ж вы так легко оделись? Он говорит, я посмотрел в окно и увидел, что солнышко. И решил приехать попить кофе на море, на берег. И вообще даже не оделся. Так вот, обманчивое ощущение. Когда солнышко, кажется, что очень тепло, на самом деле прохладно. Море прекрасно в любую погоду.
Кстати, Дедушки Морозы приехали. Санта-Клаусы. Когда вы замерзли, а мама хочет снимать видео. Сижу на качелечке, ребят. Что-то я уже замерзла. Смотрю на морюшко. Ветер поднялся. Пару часов назад было намного комфортнее. Сейчас прям холодно. Вот так вот я сегодня одета. Такой мой лук. Прям пришлось капюшон еще одеть. Очень возле водички холодно. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. На горизонте замечена стайка чаек. На волнах катаются. Не холодно им? Как вам море сегодня? А небо вообще супер, да, ребят? Красота. Собралась уже домой, смотрю, елочку включили. Пойдемте посмотрим. Елочка. Такая вот нарядная елочка. Начинает уже темнеть, ребят. Всем хорошего настроения, хорошего самочувствия, всем мирного неба, всего самого наилучшего. Привет вам с Одесского побережья.